Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и странной карты в Майнкрафте. Она называется «За гранью восприятия». Надоело тратить кучу бабла и получать только синий хлам при открытии кейсов CSGO, то сайт Easy Skins для вас. Большой шанс выпадения ножа и скина для оружия, беспроигрышные кейсы, низкие цены и гарантия получения товара. Набор для тащера готов. Ссылочка в описании. Оптика, иллюзия и многое другое. Но эта карта действительно интересна, ребята. Если вы хотите больше карт со мной, если вы хотите больше видео со мной, ребята, не забываем ставить лайк, потому что каждый лайк для меня важен. И чем быстрее мы с вами сможем набрать 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, я вам обещаю. Если через час даже наберем 2500 лайков, значит через час выйдет новая серия, ребята. Запомните это. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг. И, ребята, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, мне будет очень приятно. Потратьте на меня 2 секунды. На лайк, на подписку. За это я выпущу для вас новое видео как можно быстрее. И скажу вам большое спасибо. Ребята, больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы начинаем. Как называется эта карта? Она называется Beyond Perception, если по-английски. А если перевести на русский, то она называется Вне понимания. Что-то в этом роде. Это, ребята, иллюзия, это оптика. И, в принципе, эта карта работает на версии снапшота 16W.03A. И, ребята, тут у нас уже есть встроенный текстурпак. Ссылочка есть уже на карту в описании. Заходите, скачивайте и также проходите, ребята. В чем заключается эта карта? В первую очередь нам нужно играть на F1, чтобы нашу руку не было видно. И, ребята, в чем заключается эта карта? Тут у нас есть куча уровней, которые нам нужно пройти. В чем заключается смысл этих уровней? Тут все построено на иллюзии и на оптике. Нам нужно найти какой-то проход, какой-то, я не знаю, какой-то скважину, чтобы пройти уровень до конца. Ну, ребята, вы сейчас все поймете. Давайте мы будем начинать первый уровень. Мы становимся на вот эту хренотень и перемещаемся на первый уровень. В чем заключается суть уровня? Мы выходим вот тут, и нам нужно войти вот в эти белые двери. Как только мы войдем, мы пройдем первое испытание. Но сейчас, ребята, как видите, это очень странные карты, потому что это все текстурпак, ребята. Это обычный Майнкрафт, но с таким странным текстурпаком. И это тут иллюзия. Нам нужно найти какой-то проход, чтобы чтобы пройти на вот эту сторону. Потому что, как вы видите, мы не можем пройти, так как тут есть какой-то прозрачный невидимый пол. Но мы сейчас можем вернуться по этой линии. Как видите, какие классные тут ступеньки. Мы можем сюда вернуться и обратно вот тут появиться. Но я там, ребята, что-то видел. Как только я упал, я заметил то, что где-то тут был какой-то мостик. Вот, ребята, где-то тут. И смотрите, я прохожу по мостику, но никто его не видит. То есть, ребята, если я сюда стану, то я упаду. Вот я нажимаю на shift, я не могу сюда идти, потому что тут у нас пропасть. Если я подойду где-то сюда, то вот тут я уже могу идти, ребята. Вот такие уровни у нас будут странные и не только. Как только мы выполним вот этот уровень, картина станет золотой. Сейчас она черная, она станет золотой. Поэтому, ребята, эта карта действительно увлекательная и классная. И нам сейчас нужно идти в этом красном уровне комнату или вот... О, белые двери вот там. Видите, ребята, вот там у нас белые двери. Нам нужно как-то туда добраться. Есть у нас тут какой-то проход. Давайте, знаете что, давайте будем вот так тыкаться об стену. Может, мы найдем какой проход. О, видите, ребят, вот смотрите. Смотрите, вот тут у нас проход. Так, вот так мы его не видим. А если мы сюда уголком глаза так посмотрим, мы заметим то, что тут у нас что-то просвечивается. Если мы сюда подойдем, прыгнем. Опа, и смотрите, ребята, мы прошли и перешли на другую сторону. Это реально увлекательные уровни, и что самое главное, на логику, ребята, на логику, оптику, иллюзию, многое другое. Вам нужно подумать, как же вам пройти вот этот уровень. Сейчас, ребята, что у нас тут такое? А вот там у нас дверь. Вот, ребят, смотрите, мы сейчас спускаемся, и вот это у нас лестница. Вот смотрите, тут вы не видите то, что это лестница. А когда вы начинаете спускаться, вы сразу замечаете. Вот это реально фантастическая просто карта. Так, мы сюда не можем. А как нам перебраться на ту сторону? Да, вот автор подумал то, что никто об этом не догадается, то, что мы не сможем догадаться, чтобы обойти вот это. Вот это уже не на, ну, в какой-то степени, да, на логику, чтобы понять то, что можно все-таки обойти, да. Ну что, ребята, вот у нас следующий уровень, посмотрим, что это такое. А, вот там у нас, да, вот там у нас выход. Это...
Это, как я понимаю, просто обычные блоки. Нам нужно допрыгать до вот этого верха, но это немного сложновато, потому что, как вы видите, вот тут мы не видим то, что есть блок. Если мы прыгнем сюда, видим блок. Если прыгнем сюда, видим блок. То есть это реально очень круто и забавно, что самое главное. Вот интересно проходить вот эти уровни. Я, если честно, хотел бы пройти их до конца. Посмотрим, что у нас будет в конце и вообще сколько тут есть уровней. Вот так, ребята, мы доходим сюда, и вы можете со мной посоревноваться, как я, в принципе, это говорю в каждой серии. Вы можете скачать эту карту. Ссылочка есть уже в описании, ребята. Скачивайте и также проходите. Напишите в комментарии, сколько уровней вы смогли пройти. Так, вот там у нас выход. Это какой-то, что ли, темный замок? Так, я правильно... Ну, смотрите. Ага! Оу. Это где... Так, сейчас. Офигеть, вот это запутанные такие уровни, что фиг поймешь. Что у нас там такое было? Дайте я поднимусь вот сюда обратно, вот сюда обратно, и давайте опять вот тут начнем. Я дошел где-то вот до сюда, во. Где-то, опа, вот, вот. Я не знаю, это я случайно попрыгал, потому что вы видели то, что там были дыры в полу, и я как-то случайным образом все же смог пройти вот этот уровень. Ух ты ж, ёшкин кот, это что-то... так, ну, допустим, но я, если че... Так, ух ты ж, ни хрена себе, а что это вообще такое тут? Я, если честно, пока что не представляю, куда нам нужно идти. Я вижу какие-то двери, я вижу какую-то гигантскую черную стену, красные двери. Ух ты ж, ни хрена себе. Так, это уже начались какие-то нереально хардкорные уровни. То есть первые уровни это просто-напросто... Детская забава. Так. Охренеть, не горите мне то, что это черный лабиринт. Офигеть просто. Офигеть, ребята. Вы вообще думаете то, что это возможно пройти? Вот, если честно, у меня нет такого ощущения, то, что это возможно пройти. Я, если честно, вообще даже не знаю, куда нам дальше идти, потому что тут нету никакого выхода. Офигеть. Вот это самая запутанная карта, наверное, во всей истории Майнкрафта. О, вижу проход дальше. Вот, я даже вижу... Ух ты ж, ни хрена себе. Я уже там... Так, сейчас, куда мне идти? Я уже вижу там даже двери. Но я не представляю, куда нам дальше идти, потому что тут нету никакого прохода. Офигеть просто, эта карта, это вынос мозга, ребята. Это просто вынос мозга. У вас нету... Так, сюда мы не можем пойти, сюда мы не можем... Я думаю, то, что мы вернулись обратно, потому что тут дальше прохода опять нету. Я думаю, то, что мы вернулись обратно. Офигеть, как нам за... как нам пробраться дальше? Потому что там у нас кончается лабиринт. Вот тут где-то у нас кончается лабиринт. Я не вижу никакого другого прохода. Нифига себе. Так, ладно. Опа, вот я нашел проход сейчас сюда в сторону. Но в сторону то... Да, о, еще нашел проход. Так, проход-то я нашел, но куда нам дальше идти, я не представляю. Я опять запутался, ребята. Я вот. Сюда я нашел проход, а куда нам дальше идти? Я, походу, тут сейчас с ума сойду во время прохождения. Во, нашел дальше проход. Офигеть просто, ребята. Не играйте в эту карту, я вас прошу. Даже не пытайтесь играть в эту карту. Вы просто-напросто сломаете себе мозг, потому что это что-то невероятное, ребята. Я не знаю, куда я иду, что я вообще делаю, чем я вообще занимаюсь на прохождении этой карты. Но что-то, да, я пытаюсь сделать. Ну, что я пытаюсь сделать? Во. Во, продвигаемся пока что дальше. Так, опять тупик. Выхода нету. Нету выхода, дайте мне выход, пожалуйста. Пожалуйста, я... дайте мне выход. Офигеть, я сейчас мозги себе сломаю. Двигаемся дальше. Если это, конечно, у нас получится. Пожалуйста, дайте мне какой-то проход. Знаете, у меня такое ощущение, как будто я сейчас в Гэндальфа играю. И тут в каждом уголку мне говорят: ты не пройдешь. Вот честно, у меня есть такое ощущение. Куда мне идти дальше, а? А, зараза, напутали этот уровень. Напутали нафиг этот уровень. Сейчас будем, ребята, двигаться дальше. Я хотя бы постараюсь найти проход.
Ходим, что-то да находим. О, нашел! Охренеть! Просто, ребята, я честно, я вам говорю, я минут 5-10 ходил и просто пытался найти выход с этого лабиринта. Твою мать, сколько я там времени провел. Это, как я понял, последний уровень. Вот тут у нас, наверное, то ли переход на второй этаж, что-то в этом роде, или что-то еще. Но, охренеть, где я? Что я? Что я вообще делаю? И куда мне дальше нужно Офигеть, ребят. Вы вообще что-то понимаете, что тут происходит, ребята? Я вижу тут какой-то мост. Вот иллюзия какая-то моста. Да, вот. Ага, это... Да! Это у нас отображается на потолку. Что-то в этом роде, ребята. Так, нам нужно найти лестницу наверх. Вот тут у нас лестница наверх, да? Тут у нас провал вниз, то есть пропасть вниз. Замечательно, ну как замечательно, ни хрена, но не замечательно. Так, сейчас мы можем, как я понял, пойти вот сюда, да? Ладно, сюда мы смогли дойти. И сейчас мы можем пройти сюда, да? Вот, сейчас по идее я могу перепрыгнуть. Твою мать, где? Где? Вот если... Ага! Офигеть, нам еще значит и на потолок нужно смотреть. Вот это самый странный уровень. Вот именно сейчас. Потому что это нереально сложно, ребята. Это нереально сложно. Так, ага, значит я могу смотреть, да? Да, все, вроде нормально. Значит я передвигаюсь вот сюда. Когда я дойду вот до сюда, вот тут у нас будет пропасть. Сейчас мне нужно прыгнуть... Вот сюда. Замечательно, замечательно. Я уже выкупил фишку этого уровня. Сейчас. Сейчас мне нужно прыгнуть вот... Вот сюда, да? И да, прошел! Офигеть, замечательно, ребята. И вы замечаете то, что как только мы прошли все уровни, у нас открылся следующий... Что это такое? Это какие-то бесконечные черные коридоры, лабиринты. Офигеть, эта карта, это просто что-то матрица какая-то. Хуже матрицы, потому что матрица — это виртуальный реальный мир, да? Ну, в смысле, реальный мир сделан в компьютере, что-то в этом роде. А вот это что-то непонятное. Что это за хрень тут движется? Куб какой-то. Ух ты ж нафиг. Привет, кубишка, я в тебя случайно зашел. Так, я могу сюда пойти, я вижу свет, ребята. Я вижу свет, будем надеяться, то, что там что-то будет. Я вижу там еще какую-то фигуру, которая крутится. Это, наверное, какой-то треугольник. Или что, или это не фигура? Что, это дерево. What the f... А, это все? А, это все! Я думаю, что это за хрень там крутится? Я посмотрел какое-то дерево. Ну ладно, ребята, это те, кто создали эту карту. Здесь мы можем бла, и здесь мы можем бла-бла-бла. Вот так. Так, и сюда. Это чтобы переиграть вот эту карту. Я бы, если честно, хотел выключить ресурс-пак и посмотреть, как это все будет выглядеть. А знаете что? А может это у меня даже получится. Ну я сейчас выключу ресурс-пак. Ребята, я его выключил. Выключить было, ну, в какой-то степени немного сложно, потому что ресурс-пак был уже встроен в саму карту. Мне нужно было заходить в карту и удалять его оттуда. Но, ребята, как выглядит эта карта? Эта карта без текстур пака выглядит вот так. Тут у нас печки, тут у нас... Офигеть просто. Это все состоит с глины. Это обычные блоки, если мы, допустим, встанем сюда, нас телепортнет. А вот это, ребята, красная хрень, помните вот эту? Значит, мы просто прыгаем сюда, просто сюда, и тут у нас... Офигеть. Становимся сюда и проходим дальше. Опять сюда, и что? Давай, давай. Во, замечательно, переместился, переместился. И смотрите, как тут реально все просто. Мы просто сюда прыгаем. Это, ребята, это карта без текстур пака. Если бы тут не было этого текстур пака, это была бы самая худшая карта в мире. Потому что, ребята, вы видите то, что, ну, в этом ничего нету необычного. То есть это обычные уровни, где вы появляетесь, идете вперед и просто заканчиваете проходить. Но это самый сложный уровень. Я его проходил реально минут 10 вне съемки, потому что тут был какой-то огромный лабиринт, ребята. Вот тут это у нас огромный лабиринт, который я не мог пройти.
Ну, знаете что, я просто сейчас даже хочу найти выход с него. Это будет, мне кажется, то, что немного сложновато, потому что, ну, как вы видите, вот, мы можем сюда пойти сейчас. Сейчас. Ну, все же, лабиринт реально сложный, даже без текстур, ну, в смысле, даже без текстур пака, если играть, лабиринт и так сложный. Хоть, мне кажется, не настолько... Ну, как не настолько? Довольно-таки сложный, потому что, как видите, тут нету проходов, нам нужно возвращаться обратно, потом опять куда-то идти, потом сюда возвращаться, потом... Ну, короче, реально сложный. Если я даже включу гейм-мод, я могу вот сюда вылезти. Но знаете что, ребята, давайте мы будем уже на этом заканчивать. Я очень хочу верить в то, что вам понравилась эта карта. Хоть она и не прям какая-то фантастическая, но все же поиграть можно, ребята. Просто-напросто поломать себе немного мозги. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ребята. Чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Я даю вам свое слово. Как я уже много раз говорил, каждый лайк для меня важен, ребята. Поэтому не стесняемся, ставим лайк, я буду этому очень сильно рад. Также я всех вас приглашаю вступить в мою в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, это для меня важно. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одно, чтобы поставить лайк, одно, чтобы подписаться. За это, ребята, я выпущу для вас новое видео как можно быстрее, и просто скажу большое спасибо, потому что вы будете заслуживать мое спасибо. Ребята, я скажу спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы не перематывали, вы не выключали. Если вы досмотрели, то вы прям нереальные молодцы и прям... Большое уважение вам, и вы его заслуживаете. Ребята, приходите на мой канал каждый день. Видео выходит каждый день. Я всегда вас жду, я всегда буду рад, если вы придете посмотреть мои новые видео. Ребята, вам всегда тут рады. Не стесняйтесь, приходите. Ребята, я еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.